Привет, босс! Ваш автомобиль готов к гонкам. Отличная команда. Нужно выложиться на полную. И все увидишь. Динамичные гонки по узким горным дорогам Японии. Тога Про проходит в дневное время на закрытых дорогах общего пользования. Побеждает участник, выполнивший два заезда за минимальное время. Вы совершите два заезда с каждым из соперников. Подъем в гору и спуск с горы. Контакт во время гонки строго запрещен. За столкновение всегда штрафуется догоняющий игрок, поэтому будьте осторожны при совершении обгона.
в этой гонке следи за дорогой. Если полетишь с горы, победы не видать.
Отлично, босс. Вы выиграли. Эти деньги нам пригодятся. Выступление за другие команды – отличный способ заработка. За участие в каждой гонке вы получите фиксированную сумму плюс бонусы за выполнение требований команды. Но ваши победы никак не отразятся на вашей репутации. Если вы хотите участвовать в гонке, вам нужен автомобиль. Машину в занос на каждом повороте. Чем выше комбо, тем больше очков. Во время заноса старайся держаться ближе к флагу. Так ты сможешь получить больше очков. Ты должен победить!
素晴らしいハンドルさばきでしょ。Деньги нам пригодятся. Четырехчасовая гонка Лимана проходит на одной из самых сложных. Начался пятый сезон. Продемонстрируйте всем, на что вы способны. Каждый участник соревнований по фристайл-дрифту на время выполняет 3 заезда на открытом участке. Цель – заработать максимальное количество очков за дрифт. Очки присуждаются за скорость, угол поворота и продолжительность дрифта. Чем больше угол и скорость, тем больше очков. После дрифта вам дается небольшой период времени для выполнения следующего приема. Несколько дрифтов подряд называются комбинацией. Побеждают набравшие наибольшее количество очков за 3 заезда.
でドンゼネス伝説となるスコアをマークしました。Вы вот-вот получите лицензию J-Speed Super 2. Примите участие еще в одной японской гонке. Поздравляю! Вы принесли нам большую сумму денег.
месте. Отлично, босс. Вы получили лицензию J Speed Super 2. Вы получаете доступ к японским соревнованиям нового уровня. Отличная гонка! Деньги текут рекой!